Одна большая. Чтец у нас уже, почти священник. Помолимся, братья и сестры. А батюшка-то у нас. Царю небесный, утешителю души истины, и жизнь неси, и вся исполняй сокровище благих, и жизни подателю приди, вселися в ны, и очисти ны от всякие скверны, и спаси лажи души наша. Господи, Отец наш Небесный, благослови нас провести занятие. Во имя Иисуса Христа просим Тебя. Слава Тебе, Святая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Где у нас Татьяна Кузьминична? Игорь, Инафу можно? Инафу позвать можно? Что? Чтобы переводила. Инафу. А она не умеет переводить? Умеет, да. Пиши ей что-нибудь. Она живет. Бумажка, да? Ага. Синхронный перевод. Татьяна Кузьминична выздоровела у нас. Еще не совсем. Благодарю всех за святые молитвы. Еще не совсем, но благодарю всех. Молитва ваша, это Небесина. Мария Яковлевна звонила. Выписали ее из госпиталя. Получше она себя чувствует. Как, слава Богу. Звонила Валя Барышникова. Очень просила, чтобы молились. Опять там боится, что затапливать их будут. Вода поднимается. Ну вот такие. Да, остальные больные все. Да, ну если кто-то не знает, вот еще, ну, мне кажется, уже теперь все знают, наверное, что у Валентины Ильиничны умерла дочь. Вот Лида, что с ней была. Вот. Похоронили ее 8 числа. И теперь вот пришла ее внучка Валентины Ильиничны к нам сегодня на службу. Ну, благодаря Любовь Николаевне. Сейчас Любовь Николаевна возьмет на рошество над ними и как-то там решится. Все, слава тебе, Господи, что есть вот кому наблюдать ее и помочь. Алевтина Петеринова. Я не знаю. Да, там лежит в больнице. Кто знает по тете Али? Я знаю. Она Таня лежит... написала, что она... Да, она лежит в больнице, ее на скорую увезли. Ну, не на скорую, Таня ее увезла. И она теперь лежит в урологии в больнице моторщиков. Алевтина. У нее что-то с почкой. Да, почка, ну не одна, а так почка, да, единственная. Еще случилось. Валентина... И ничего, должна выйти из санатория домой. Что? Когда? Уже. Мы на этой неделе ложимся с Екатериной в больницу. У кого есть
сердечное расположение, помолиться, коррекция косоглазия будет по показаниям врача. Операция, не знаю, там на мышцы глаза идет. Гарантии никто не дает, но говорит, будет лучше, вроде бы как. Ну так, как устроит Господь. Какие нужны еще у кого? Вон, Игорь. У нас, Батюшка, да. Довожу до вашего сведения. Кто не исповедовал еще, следующая исповедь будет у нас в пятницу. Значит, это накануне верного, в пятницу будет, 22-го. 22-го. В пятницу вечером будет служба у нас. В субботу Лазарева, в субботу будет литургия. И также в субботу вечером и воскресенье верное. Еще две будет исповеди. Две исповеди, значит. Вот так вот. На этой неделе, в среду вечером, в Православной Церкви, во всех храмах, читается полный весь канон Андрея Крицкого, покаянный канон Андрея Крицкого. Если на первой неделе было за 4 дня, то здесь за 1 день. Вот. Но утренний будет это. Поэтому как вы, или вы здесь, или где-то в храм пойдете, кто не сможет, а в храм пойдите, обязательно помолитесь об этом. В среду здесь, значит, здесь в среду вы соберетесь, здесь в среду. Ну, вот так вот. Какие вопросы ко мне есть? В среду в 5 мы согласуем. Ну, согласуем. Пока мы время не меняли, а там вы, если уже что-то, то нет, можете это. Служба будет до Пасхи 4 часа. Так, у кого какие вопросы ко мне есть? Ну, у меня вопрос. Давай. По поводу, чтобы братья побелили в кухне. Заканчивается. Ну, а это почему ко мне этот вопрос? Ну, чтобы вы переговорили с братьями, чтобы с Володей. И эпитемию им дал, чтобы побелили в это. Да, да. Но я вчера смотрю, у них печка даже дома вся облупилась и не белила. Я что, должен я не все побелить у себя печку дома? Нет, но дома там хозяин есть, это, а здесь... Так, а здесь тоже хозяин. Уберите, ты что? А здесь батюшка. Перестань. Нету батюшки. За печку я буду занимать. Побелите. Печку побелить. Правильно, у нас печку побелить, это сколько? Ну, час от силы, время, час. Не слушают. Полкилограмма звездки, час побелить. Не хотят. Не слушают, возьмите сами, побелите, им будет это, как говорится, это. Вот вы не могли, а я побелила. Это будет ему, награда будет твоя. Вот и все. А печки разговаривают. Я думал, что дом обшить или крышу перекрыть, это другое дело. Печку побелить, да. Крышу перекрыть. И печку, кухню всю, и потолок всю. Побелите. Я не против. Благословите, братья. Слышите, Володя и Никита. Так, ладно, еще какие вопросы есть? Да нет. У нас с водой. Все хорошо с водой. Вода. Есть у нас вода. Всегда была у нас вода. И думаю, что будет всегда. Нет. Ну, есть у кого там в погребе, кто на нижней, там у Андрея Устинова в погреб там затопило. Вот, в погребе, да. У них как-то там всегда там затопляет. А так нет. Все в этом. Сохранили, плотина не размыла, все сохранили плотины. Ну, так вот. Так, еще какие вопросы? Все? Никаких больше нет вопросов. Занимайтесь дальше. Снег растаял. Что? Снег растаял. Снег? Ну как растаял? Нет, не весь растаял. Еще снегу много в лагах, в лесу много снега еще. Где там, даже возле сарая у меня еще, где подсолнечная сторона, там еще больше метра лежит. То есть так, где в тени, так, а основное-то растаяло. Вот. И, ну, меня до разъезда на машине проводил Андрей на УАЗике, правда, машине такой. На УАЗике. Грязи еще много, но на простой машине не проехали. Понятно. На УАЗике мы, да, проехали хорошо. Там, где засыпали, сделали плотину, братья делали с щебеткой, но там едешь прекрасно. Мы едем, что она там, как вообще это, по трассе. Но так бы, да, хотя бы до разъезда бы такую дорогу сделали. Да. Мне бронили.
Ну да, сделали. Это если до разъезда сделать, примерно, я так прикидываю, это надо будет такую дорогу сделать, но это не меньше 10 лимонов надо. Это так, экономно, если сами будем работать еще, сами там, то так. А если нанимать, то это будет 20, может быть, и больше. Да. Потому что все очень дорого. И щебенка, и песок, и привезти, и это технику на это, все очень дорого. Вот. У нас и сколько, говорит, там 1 километр доходит до миллиарда. Где дороги, которые делают? До миллиарда. Ну там, конечно, там что-то уходит. Куда-то там что-то. Но делают так, дороги сделали. Вот здесь вот дорога, смотрим, сколько. 3 года ее как сделали, новая эта дорога. А что? Яму уже, смотрю, кирпичами укладывают дорогу. Сейчас кирпичами стелят, выстилают кирпичами дорогу. Ямки создают кирпичи. Мостовые делают. Кирпичный завод тендер выиграл. Да. Вот, 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 вот. Старые технологии возвращаются. Да. Мостовые на каблуках. Ну ладно, занимайтесь. Брат Игорь Дымунов выезжал на прииске. На разведку, я так понял. Уехал, да? Нет, он не уехал. Марин, я попросил, но... Вот. Сегодня должен вернуться вечером. Работа опасная. В тайге надо бы тоже помнить, кому дорог брат, помолиться. Вот. Какие вести с полей еще? Ни у кого нет. Рассказы сегодня я не подготовил. Простите. У кого еще какие нужды? Там Галя рассказывала, никто не знает, как там история с отцом Дмитрием продолжение имеет. Ничего не известно, да? Можно что? На год, все. Игнатий Тихонович, вас просим. Новости. Всегда спрашиваю, с хорошего начинать или с худого? С любого. Правильно. Нужно учиться мыслить. Если у нас только мысли работают вслед того, что нам говорят, какая агитация где-то, то мы будем брести куда попало. Вот в интернете появилось, вот у вас врач. А какой врач? Патологоанатом Виктор Андреевич. Какой же он врач? Он никого не лечит. Врач это и начинает там Елизаров, который, ну понятно, не все это уровни. Я стал об этом думать. Важнее это его работы-то и нету. Лекарства сегодня готовые продаются. Подожди, мне от глаз, тебе дадут от глаз, мне от уха дадут. А определить ухо или глаз-то кто-то должен? Вот со мной встречается человек хороший. Жене операцию сделали. Немного поболела, умерла. Когда вскрыли, совершенно не от той болезни лечили. Совершенно. А Виктор Андреевич каждый год повышает свой уровень, ездит где-то в Санкт-Петербурге, где идет. Он определяет, лечить, от чего лечить. Он абсолютно все должен знать. А составить состав какой травы? Так это травник. Но а чего он лечить? От печени? Вот как одно дело услышал, в самом деле он с больными дела не имеет, сидит там с покойниками, что-то то. А это наиважнейшее. Когда стал думать, я увидел, ой-ой-ой, сколько за этим кроется. Поэтому, если человек, который желает получить хорошее здоровье, он должен определить сначала, болит это или это совершенно нормально? Вот у меня мысль такая, что после 60 лет к врачам не надо лезть. Пускай лечат больных. В аварию попадают. Ну, невыносимо упал, это другой вопрос. Ну, ведь понятно, организм изношен, машина старая, что от нее требует, что она будет там призы какие-то брать на гонках. Так и человек, кости делаются хрупкими и прочее. Это немного. Второе. На этой неделе, в среду, будет самое длинное... Самое трудное богослужение. Полный канон Андрея Крицкого. Я очень прошу еще раз. В прошлый раз говорил, не смогли. Сделать на 5 часов, потому что пока придут кто-то, хотя бы половину захватили. Ну, кто ни разу не был, придет время, абсолютно, я говорю, на 100%, вы будете сожалевать, почему же я не пришел, была такая возможность. Ну, отпросись с работы. Умерла у тебя мать. Или умер сын, ты же отпросишься, даже разговаривать не будешь. Они отпустят, не отпустят, все равно уйду. У тебя душа умерла. Ты не понимаешь даже, что ты делаешь. Канон, признанный всем миром.
Он проникает до глубины души и духа, составов и мозгов. Такого богослужения просто нету. 254 события библейских заложены в них. А мы их подняли на благодарственное, на покаяние и на словословие. Детей приведите сюда с 5 занятия на этой неделе. И интересно, в церкви только один раз такое бывает. Пост идет. И среди поста разрешается нарушить пост из-за моления. Такое длинное моление. В четверг, кто был на богослужении, разрешается растительное масло. Да чего же в церкви все обдумано вот это? Даже, ну не понимаешь, ну ради растительного масла приди. Понимаешь как? И вы дома еще, если есть, то почитайте, посмотрите, о чем он будет говорить. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. И когда Библию считаешь, ты на каждом событии, если ты его понимаешь, будешь видеть, что Бог зовет к покаянию, зовет к благодарности и зовет к словословию. Если события вам неизвестны, коротко скажу, началась еще одна война. И называется широкомасштабная. На время, они 2 дня там перемирие взяли. Армения, Азербайджан, бывшие республики. Вот плохо тоталитарный режим Сталина, плохо. Но этого-то не было, одна против другой, это не шли республики-то. Полное замирение, где не надо, надо, арестовывали, убирали и прочее. И начинают, друг друга обвиняют. Но христиане из них, христиане, хотя их считают православными еретиками, армяне, они почти на 600 лет раньше нас приняли христианство. Их святые, они григорианы армяне. А Григорий армянский-то, он и наш святой, он одинаково. Тогда разделения-то не было. Они от него как бы считают пойти, а на самом деле он просто святой. С ними, когда разговариваешь, в чем ереси-то, они все понимают по-православному. С их священниками разговариваешь. Крестить тоже не хотят. Армяне. Чуть что, армянская шутка. Армянский не на пустом месте это стоит. Армянское радио. Ну, было такое в советское время, вспомните. Что не анекдот, то к ним. О чем основано? Не на хорошем. И поэтому Господь посылает это. Азербайджанцы, они такие там жестокие, то другое. Они делают согласно того, что написано у них в их священной книге. Мы должны делать то, что написано в нашей священной книге, которая называется «Святая Библия». Там такой народ жестокий. Мы были в Азербайджане. Я не знаю, где так люди принимают, как в Чечне. Насколько они дружественные. Человек где-то там купается. Я говорю, подождем, он вышел. Ну, понимает ли он по-азербайджански? А он говорит, я заканчивал там какое-то высшее военное училище в Санкт-Петербурге, Ленинграде. Он мигом наших знакомых набрал, связал там с библиотекой. Всем сердцем расположены. И мы там были. При всех наших неурядицах мы вышли оттуда неповрежденные. Нас никто не тронул. И поэтому мир возможен. И возможен только не с их стороны, а с христианской. Они нарушили перемирие. Они первые начали обстреливать. Но они первые начали обстреливать. Ну дальше-то. С этой стороны тишина. И ничего бы не было. А эти теперь с той стороны считают. То, что они выстрелили, чемоданы улетели, разорвались. И никто их не знает. А что ты в ответ даешь, это теперь фиксирует и показывает. Это нам пример. Быть христианами в самом высоком смысле, заложенном Христом. Ударят в одну щеку. Ударят по одной стороне. Бьются это за Карабах. И называется какой высокогорный там какой Карабах. Там горы. Там никакой промышленности особой нету. И дает интервью один армянин. Нас-то осталось тут не больше 3 миллионов на всю страну. Да это город Новосибирск всего только. Вся страна. Все, молодежь уезжает, работы нет, делать нечего. Сейчас крикнули клич, и молодежь съезжается туда воевать. Уже показывает трупы, уже в гробах лежат. Ну, начали они, ну, пришли, ну, убили. Ну, убили-то сколько? 30 человек. Но прошло немного времени, речь-то идет, в Сирии-то 300 тысяч уже убито. Мы же христиане. И вот отсюда надо делать выводы. Это неделя особая. Все бросили скорее тушить, и не где-то под боком у России. Горит уже рядом совсем. И весь этот ИГИЛ, и все, они не за армяне, не за Армению, они за мусульман. Поэтому усилить надо молитву, не спать. Придите на канон Андрея Крицкого, он поставит нас на нужное место. Война везде, те принимают Украину их, натравливают на эту сторону, готовят боевиков. Везде взрывы идут. Посмотрите, рядом Турция, такая дружественная была страна, она сейчас готова один день пойти на нас. Молитесь за своего президента Владимира, чтобы не было покушения.
Кавказ сдерживает сегодня, понимает, Рамзан Кадыров. За него особо молитесь, чтобы не было покушения. Сколько на него киллеров? Не 40, а 40 тысяч, наверное, вышло. Что с ним делают-то? И он один, как будто бессмертный. А я знаю, на все молодые умирают. Я все равно приговоренный уже. Вот новости, которые я говорю. Молиться. Кто не знает, что такое ночная молитва, пробудитесь. Встряхнитесь. Поднимите своих близких, какие есть. Помогите нам молитве. Родственников всех познакомьте со Христом. Я знаю, батюшка недоволен бывает, когда в храме мы снимаем. Но нам нельзя по-другому. Люди вообще не знают, что такое порядок церкви. Нам есть что показать. Завтра нас не будет. Но у нас останется то, что здесь сделано. Сейчас сколько семей из Америки, из других мест, которые выходят на наши ресурсы, и с сектантами знается, как их сделать православными, вопрос стоит. И они находят именно у нас, что видят. Как мы на вас вышли, мы сами не знаем. Да Бог нас послал, чтобы вы узнали-то. Поэтому нужно принять это как особый сигнал Божий. У нас есть люди, которые не причащаются. Вы знаете, почему вы не причащаетесь? Мы не в церкви находимся сейчас, в трапезной. Как правило, это не раскрытый грех, боятся идти на исповедь. Но на суде Божьем-то откроется. У вас жизни-то нет. Причастие не для прощения грехов, а для жизни, в жизнь вечную. И поэтому мертвечина, буквально запах этот идет, когда люди не причащаются. Пойдите на исповедь. Батюшка назначит епитимию. Вы уже несколько лет не причащаетесь. У нас, если в течение года не причащался, уже соглашенными обязаны выходить. А то мы знаем, где там всю жизнь не ходил, пришел, рот разинул. У нас это не так. Мы можем показать, как приходят дети. Если она не желает ребенок, отошел, следующего раза дождется. Ты не ходишь, почему на причастие? Вот вы сидите здесь рядом у меня и знаете, в день, когда вы были крещены правильным, полным, троекратным погружением, вы причастились, и на этом все заглохло. Вы не просто будете жалеть, вы плакать будете. И плакать непростыми слезами. Когда я об этом говорил, я не знаю, кто тут родня есть, нет, у нас Плотникова. Я говорил, кровавыми слезами будете плакать. И Марина из Афин, Греция, пишет, дядя Игнатий говорил нам, теперь пришло время, уже плачем. А это совсем недалеко. Еще достигло не до самого. А когда вплотную подойдет, я сегодня детям зашел, специально говорил об этом, чтобы на канон Андрея Крицкого пришли, приучите к важному детей. Поклониться некоторые не знают, как вот так вот. Я стою и показываю, тебя разве не учили? А из-за чего нерасположенность родителей отрицательно сказывается на детях. Кто с нами живет, знает, мы особо таких детей, которые непослушные, мы отдельно поминаем их перед Богом. Господи, воззри на них, дай им веру. Когда за хлеб, за щечевичную похлебку будут ставить номера, то не устоит человек, если сегодня он как попало шел. Вроде бы я, ладно так, но придет сатана в антихрист, ну мы тогда мы врежем ему. Ничего ты уже не врежешь, ты уже зарезанный. О чем сказать? О готовности. Прошла половина поста, в среду было. А Иоанн Златоуст говорит, не радуйся, что половина поста прошла. Радуйся, если половина грехов убыла. Половина дурных твоих привычек. Вот этому порадуйся. Поэтому приходите на канон Андрея Крицкого. Последняя просьба, может быть, в этом посту будет. В эту среду, в 5 часов утра, не можете... На работе задержитесь. Отпроситесь на часов, хотя бы к 6 часам придите. 5 вечера. 5 вечера. А? Вечер. Мы со скольки? С 5. А вы сказали в 5 часов утра. Нет, не утра. Сказал неправильно. Так, 5 вечера у нас. Это утренняя молитва, перенесем на вечернюю у нас потому. Придите с 6. Даже еще в полседьмого не кончим. Это очень длинное. Около 1000 поклонов, если полностью делать. Земных поклонов. Земных. У старообрядцев это где-то 6 с лишним часов, 7 часов идет. У нас все сокращено, и даже это не можем. Притом у них обыкновенно эта литургия, это не полтора часа идет, а 3 часа. Вот 1000 поклонов. А протопоп Авакум ежедневно земных поклонов, семейный человек, священник, протопоп, 3000. А как? Ну, Анастасия Марковна тоже, жена рядом. Ежели, говорит, работишки не пищат. Если они не пищат, то я рядом с ним кланяется. Вот такая вера была могучая у людей.
Поклоны — это не просто что-то, не зарядка какая-то. Это полностью довериться, что святые отцы нам дали. Я против слова предания, традиции, но это по преданию. И очень хорошее предание. Итак, в среду вечером к 5 приходите. Во славу Божию. Еще хочу отметить, вот на этой неделе была смерть необычная вот у дочери Валентины Фоменко, Валентины Ильиничны. Ну, меня коснуло, я так работал и услышал об этом. Сестра сказала как-то, но мне показалось недостаточно обрисована эта тема внезапной кончины человека. Какая вера была у женщины, ясно говорят, что у нее немножко было с разумом не в порядке. Но понимаете, женщине было где-то 50 лет, я как знаю. 52-го года, 53 полных. 53 полных. Ну это вот разменены шестой десяток. Все равно возраст молодой. Люди умирают, особенно женщины, не долгожители, как правило. Внезапная кончина. Причем кончина была необычная. Бабушка, обычно биологический порядок такой. Умирают старые люди. И за Валентиной ходили, она уже просто, как говорится, на ладан дышала. И дочка что-то там делала. А приходит сын домой, не могут открыть дверь. А дочка уже умерла раньше. Понимаете, какой бывает порядок? Мы думаем, что вначале идет старый, потом молодой, а все у Бога по-другому, понимаете? Какая призрачность бытия, призрачность. Вот у меня перед глазами стоят люди, которые, ну вот я видел, как вот сейчас сижу, смотрю, а их уже, допустим, уже нет, понимаете? И вот это необычность. То есть мы продолжаем вот эту нашу великопостную тему, тему покаяния. Не то, что там где-то идет война, да и даже где-то войны идут. Я мальчиком родился в Советском Союзе. Нам говорили о том, что надо быть хорошим, положительным. Тимура и его команда. Это у нас была как Библия в свое время. Тимура и его команда. Как Евангелие, как надо себя вести. И все братские народы. Я сам родился в Казахстане. Это не значит, что я казах. Просто так мы везде могли родиться. И вот сейчас слышишь, что там война, здесь война, а думаешь, ну ведь до этого-то были какие-то предпосылки. Вроде бы было тихо, мирно, все было хорошо, и раз начинается война, она же не на пустом месте возникла. Конфликт рос, возникал, а теперь появилась возможность, это все вырождается, разражается вот в такое бедствие, понимаете? То есть грех начинает работать, и если он имеет, не имеет покаяния и врачества, то в результате это получается такие события. Я более скажу далее, вернее, человек живет и думает, я буду еще дальше жить. А ты уже не будешь жить. Ангел смерти стоит и тебя ожидает, понимаете? У меня папа, мама там умрет, а умрешь ты. А папа и мама хоть и старые, хоть и никакие, будут ковылять, а все равно будут жить. Еще проживут, может быть, при хорошем уходе достаточно долгое время. Понимаете, вот эти мысли, когда вот это все слышишь, со стороны удивляешься, никакой опоры нет, а где она, будущее мое, где оно будет будущее? Нет никакой уверенности, люди какую-то, мы строим, что-то делаем, это надо делать. Но гарантия, что завтра я буду жить, завтра я встану, вот у меня нет никакой гарантии. И это меня повергало бы в уныние, да, меня бы это повергало в уныние, если бы у меня не было веры и надежды в Бога. Вот у меня бы это повергало в уныние. Но здесь идет доверие, я просто доверяю, что Господь жизнь эту не отнимет. Еще у меня были рассуждения на этой неделе о разуме. Я вот и жене говорил об этом, что несмотря на то, вот сколько Господь даровал нам возможностей, руки, ноги, дар слова даже даровал, но я бы назвал самым главным даром дар разума. То есть ты будешь иметь и слово, и слышать своими ушами, ты все будешь делать, но у тебя не будет разума. То есть дар разума – это высший дар. И вот Антоний Великий говорит, что как следствие разума это идет рассудительность в своих поступках. Понимаете, как страшно быть лишенным разума. Ты не можешь объективно рассудить, ты не знаешь, что делать тебе. И как ты потом будешь на суде отвечать за свои поступки. Поэтому я бы хотел и вас призвать поблагодарить Бога, прежде всего, за дар разума, который нам Господь даровал. Разум. И вера как следствие этого. Некоторые считают, что вера и разум это что-то отдельное. Надо верить, а надо... Разум и вера, они идут один за другим.
Мы разумом читаем Слово Божие, а вера появляется от слышания Слова Божия. Если у тебя поврежденный разум, то ты, у тебя и будет и поврежденная вера. А Феофилак Болгарский говорит, что вера это самое главное. Как змея, когда ее бьют, она прячет голову, так человек должен сохранить свою веру. Так вот, сохраним свой разум чистым и неповрежденным, и сохраним свою веру. И не будем опять отчаиваться в тех согрешениях, которые совершили. Если мы не исповедуем свои грехи, даже как бы тяжко их нельзя было назвать, все равно надо помолиться Богу, чтобы Господь даровал эту силу. Мы в церковь идем, бывает, общаемся в жизни, там согрешаем, какие-то слова говорим. Ну вот мы недостойны даже в церковь ходить, и я говорю на это. Так мы для того в церковь и идем, что мы грешники. А куда нам идти? Да, мы много договорили, да, мы много наделали, нагрешили за свою жизнь. Так мы поэтому идем в церковь, чтобы как в лечебнице очиститься. Что бы ни было, надо идти в церковь, идти к Богу, ко Христу. А в церковь мы идем не просто к батюшке или не просто встретиться, пообщаться, мы идем к Богу. Потому что церковь это особое присутствие Божие имеет. А присутствие потому, что как раз и собрались верующие, каждый со своей молитвой, со своей нуждой обращается ко Христу, к Целителю. И будем помнить священнослужителей, которые молятся и усердно пекутся о нас. Молиться о нашем батюшке, так как он уже старец, какие он труды поднимает для того, чтобы добраться до нас. А наши собрания бывают пусты. И как бы нам ни было тяжело, представляете, если священнослужитель приехал к нам, то я обязан быть, даже вот с этой точки зрения. Если священнослужитель приехал, то почему меня здесь нет? Вот такая у меня как бы краткое обращение о благодарности Богу за разум и за то, что Господь еще не оборвал жизни. Попросить Бога, чтобы не прервал жизнь внезапно, без покаяния. Говори, мы поможем. Ну, внезапное прерывание жизни без покаяния, это очень страшно. И как раз я себе эту картину представил, я представляю, лежит человек, бабушка, которая, по идее, должна была умирать, мы ее, она жива, и еще будет жить, а все не так, как есть. Вот, такие рассуждения. Напомню сегодняшнюю проповедь о смирении. Вчера, ну эти проповеди, они прочитываются регулярно, просто мы забываем. И вот вчера, когда я готовился, проповедь небольшая, и всего лишь одна цитата из Библии. Если в прошлых проповедях было 18 цитат в одной, 15 в другой, здесь всего была одна цитата из Библии. Но, несмотря на это, она меня сильно захватила. Когда Давида восстал сын против Давида, меня и Авессалом. Восстал и сделал революцию. Часть Израиля обратилась на его сторону. Нашли недостатки в отце, неправильно он управляет. И он захватил Иерусалим и убегает. И когда он шел, брел, можно сказать, даже не шел, а брел, в унижение, оскорбленный. Там был один из семей такой, он его поносил и говорил, да ты такой-сякой. И Иав сказал, да давайте с этого, я сейчас голову с этого пса сниму. А Давид сказал, не надо, это Бог ему так заповедал. Бог или не Бог, но Давид так это видел. Вот такое смирение он проявил и в конечном итоге. И я начал читать это место, и дальше пошел и прочитал весь этот эпизод, как это. Поразил меня еще один момент, когда уже он был спасен в том состоянии, что его был на безопасном расстоянии, войско укрепилось, и начинается решительная битва с израильтянами. И Давид уже понимает внутренне, что победа будет за ним. И единственное наставление своим войскам он сказал, оставьте сына моего живым. Не сказал, сохраните свою жизнь, там будьте аккуратны с сыном. Я так читаю, почему? Видимо, внутренний голос ему говорил, что будет победа за ним. Он был пророк, Давид. И он понимал, что несмотря на все, что момент, когда Авессалом был упущен, когда Хуси, это был один из лучших советников Давида, разорил совет Ахитофела, а Ахитофел был еще более лучшим советником. Все, что не говорил Ахитофел, это принималось как от Бога. Но в данном случае он пошел против чина, он против Давида пошел, а Давид был законоизбранным Божьим избранником. И в тот момент был упущен Авессаломом. Хуси, все, что насоветовал Ахитофел, Хуси разрушил своим советом.
Ахитофел был настолько умный, что понял, все, ничего дальше не будет мероприятий. Пошел и повесился, написал завещание и повесился. Вот такой был интеллект у этого и дух. И Давид говорит: сохраните сына моего Авессалома. Победа была, сына не сохранили по самочинию одного полководца. Он мог сохранить ему жизнь, но по приказу он был убит. И в конечном итоге вместо радости все обратилось в печаль. И я удивляюсь, ну, как те, кто родительское вот это чувство, понимаете. И я приходит к нему и говорит: ты любишь ненавидящих тебя, а ненавидишь любящих тебя. То есть Давид поступал как христианин, он любил ненавидящих. По идее, он должен был отомстить, а он не мстил. Но то, что он не любил любящих его, это, конечно, не совсем точно сказал, потому что это исход из уст непокоривого полководства исходило. То есть вот такие рассуждения у меня сегодня вчера были, когда я был готовил вам эту духовную трапезу. И смирение, оно возвышает человека, оно никак его не унижает. И то, что нам кажется обидным, то, что кажется, что плохо как-то вокруг, это не всегда является плохо. Солженицын, я слушал, читал, я уже сейчас не могу сказать, проводил такое исследование, что когда Россия побеждала в войнах, то жизнь народа была почему-то хуже. А когда ее со всех сторон как-то унижали, оскорбляли, давили, где-то она там в каких-то военных кампаниях, жизнь народа как-то была более сносная. То ли люди были милосерднее. Поэтому все, что вокруг нас происходит, надо принимать как волю Божию, надо молиться. Молиться о правителях, о наших врагах молиться надо. И не надо становиться, что вот какие там, не надо наполнять сердце злобою, надо сердце наполнять благодарностью. Даже в детских каких-то сказках читаешь, и для меня сейчас не всегда немножко удивительно бывает. Вот читаем сказку, я вам все, видите, кучу собираю, потому что, понимаете, жизнь, она такая, что ворох мыслей, ворох информации в голову приходит, а все это входит в одну линию вывести, а линия одна, линия смирения любви к ближнему. Передаю свои эмоции, потому что я не вижу, чтобы кто-то сейчас сказал и поделился, был бы у нас братом, у него всегда есть какая-то информация, а у нас, наверное, люди сильно смиренные, они боятся что-то сказать или... Не думаю, что ни у кого ничего нет сказать. И слава Богу, что это все есть, и смирение есть. И даже в сказках показывают, как брат там отомстил брату, разорвали волки, и думаешь, ну почему у сказки какой-то не другой конец? Почему враг, ну как-то не вознагражден? Нет, враг должен быть полностью уничтожен. Не христианское это отношение. Ну что, братья и сестры? Я положил журналы вот здесь вот. Православные. Некоторые изданы не православные, но очень хорошие. Просьба, заберите. Вы с кем встречаетесь, кому-то можете дать. Мы по листику собирали. Посмотрите, какие хорошие журналы, «Душа». Теперь его опять распространяют. Ну просто чудесный журнал. У нас лежит без такого. Тут небольшие вон какие, как, ну, сказать, буклетики. Берите все, с кем встретился, дал человеку, посчитают. Люди стараются. У нас лежит мертвым грузом. Освободите стол, берите сколько надо. Свободно. Призывайте. Вот уже. Любовь Николаевна хочет еще. Скажите, Любовь Николаевна. Ну и в заключение всего сказанного, благодарность Господу за сохранение разума. И мудрые мысли написано. Они как иглы, как битые гвозди. Слава Богу, что мы еще имеем такую надежду, возможность сохранить свои души в вечности. Ну, сестры, давайте, братья, помолимся. Обращаюсь к сестрам, потому что всегда передо мной сестры, братья где-то там. Простите. Господи, истину, положи дитя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога Слово рушую, сущую Богородицу тебя величает. Господи, защити Родину нашу от нашествий наплеменников, от внутренних распри, от беззакония, которое в тайне. Останови делающих зло.
Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бог и Иегова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов, вопия Авва, Отче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение. Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Что я подала? Ты книжку-то не помню. Выбросили. В доме. А что это такое дом? Жилой дом.